Радость от общения с детьми и совершенного доброго поступка заразительна. В январе ивановские активисты организовали сбор средств и вещей для дома малютки. Не прошло и месяца, как десант добра вновь собрался в гости. На этот раз к малышам в Шуйский детский дом. Дата поездки назначена на 19 февраля. До тех пор нужно собрать посылку для воспитанников. Как многие уже видели, мы делали благотворительную акцию в дом малютки. Мы и дети получили кучу эмоций, погуляли, поиграли, подарили много подарков. Как и обещали, акция не разовая. В этот раз мы поедем в детский дом в город Шуя. Там 108 детей, 25 из них совсем маленькие. Также можно будет погулять, поиграть. Узнать подробности акции, список необходимых вещей и связаться с организаторами можно в группе ВКонтакте или по телефону, указанному на экране. Гигиенические принадлежности – это ватные палочки, влажные салфетки, пеленки одноразовые, то есть… К этому ко всему нужны чеки и сертификаты, то есть без этого не принимают. Нужно и кое-что не продающееся в магазинах. Это внимание и человеческое тепло. Съездить 19 февраля в детский дом и поиграть с малышами, оставшимися без родительской заботы, может любой желающий. Это тоже подарок для маленьких обитателей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.